Необычная экспозиция разместилась в зале, где все говорит о трагизме Великой Отечественной войны. С полотен посетителей смотрят портреты воинов-освободителей, пока перед глазами разворачиваются условные баталии. Каждая диорама – это фрагмент большой военной истории. Тут представлена как бы техника и диорамы различных эпох, от Первой мировой до Второй мировой войн, различных стран мира, современная техника. Макеты в масштабе 1:35. Это значит, что каждая деталь каждой модели имеет свои параметры соотношения с оригиналами. Мастерами была проделана огромная работа. Сначала по изучению исторических документов, детальному ознакомлению с техникой, амуницией воинов, а после над непосредственным созданием самих диорам. Отдельный блок посвящен защитникам Брестской крепости. Жемчужиной экспозиции является диорама, посвященная защитникам Брестской крепости. Здесь воссоздано буквально все до мелочей, причем это касается не только архитектуры, но и образов самих воинов, на лицах которых читается страх и ужас войны. Все точно и детально. Особенно интересна эта экспозиция будет для детей, хотя не меньше восторга она вызовет и у взрослой аудитории. Визуализация фрагментов истории всегда встречается публикой с большим интересом. Хотелось, чтобы город увидел этих людей, их работу, их настоящее искусство, потому что это действительно творцы, чтобы такая доля перфекционизма, чтобы довести все это до совершенства. Опять же, основан на документальных материалах, потому что все это как бы не берется с головы, а все, так или иначе базируется на достоверности. В художественном музее экспозиция пробудет до конца года. Для того, чтобы ознакомиться с диорамами, не нужны экскурсии и комментарии. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.